Любая женщина знает, что ее настроение зависит от того, что скажет ее капризное зеркало. Пластический хирург Христос Михаилидис знает, как уговорить ваше отражение улыбаться вам каждый день, а также уверен в том, что маленький штришок к вашему портрету способен привнести огромные изменения в вашу жизнь. Пластическая хирургия – это не просто моя профессия, это также моя страсть. Я люблю то, чем занимаюсь, и хочу служить своей профессии еще долгие годы. Я много путешествую, преподаю в разных компаниях для других врачей, показывая и рассказывая о разных техниках, которыми владею сам. Также последние 14 лет я веду занятия, читаю лекции будущим пластическим хирургам в университете. Я знаю ответы практически на все вопросы, касающиеся пластической хирургии, которые могут интересовать людей, потому что мои студенты задают мне сотни вопросов касательно нашей профессии. Пластическая хирургия в основе своей – это детали, внимание к которым архиважно. Нужно рассматривать и анализировать все аспекты и заботиться буквально обо всем. И я всегда говорю, моя работа как швейцарские часы, либо работают все детали механизма, либо часы не работают. Ты должен заботиться о пациенте с самого начала и до самого конца лечения. Для меня важно, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно, чтобы были уверены и спокойны по поводу своего решения прибегнуть к пластической хирургии. Для этого у нас есть масса различных инструментов, помогающих достигнуть отличных результатов. Например, у нас есть компьютерная программа-симулятор, благодаря которой люди получают возможность увидеть, какими могут быть их новые нос, губы, подбородок, как будет выглядеть их лицо после процедуры лифтинга. Таким образом, пациент может на начальной стадии увидеть, каким он станет после операции. А у меня есть возможность подготовить его к изменениям, потому что нужно быть морально готовым к ним. Люди не желают выглядеть оперированными, они хотят выглядеть естественно, они хотят принимать участие в процессе анализа и планирования изменений своей внешности, а не просто оставлять эту работу доктору. Всякий раз, прежде чем я прикасаюсь к пациенту, даже если это просто инъекция, я стараюсь понять, почему он нуждается в данной процедуре, какова его профессия, чем он занимается, как он чувствует себя в обществе. Условно говоря, я должен иметь большое ухо и маленький рот, больше слушать и меньше говорить. Потому что, конечно, моя подготовка великолепна, мой опыт огромен, но мне важно знать, что именно хочет пациент, что он сам лично желает изменить в своей внешности. Таким образом, моя главная задача – выслушать пациентов, а в большинстве случаев они точно знают, чего хотят. Также и в нашем медицинском спа, когда я должен решить, использую я лазер или пилинги, филлеры, волюмизацию или вампир лифт. У нас есть специальные машины со специальной техникой фотографирования, необходимой для анализа состояния кожи. На основании этих данных мы рекомендуем индивидуальное лечение, процедуры, специальные программы и косметику, которые необходимо использовать в домашних условиях для поддержания эффекта от лечения. В сущности, медицинское спа необходимо там, где уже бессилен косметолог, но еще не дошло дело до хирургического скальпеля. Таким образом, все эти лазеры, радиочастотные машины, ультразвуковое оборудование, глубокие медицинские пилинги, вампир-лифт, гроус-фактор, стволовые клетки, мезотерапия, инъекционные филлеры – все эти техники служат именно медицинскому спа. Поверьте мне, для меня наивысшее удовольствие – это видеть своих пациентов и осознавать, что это ты создал прекрасную форму тела, прекрасную грудь, прекрасное лицо. Видеть, как у твоего пациента повышается самооценка, как уверенно и гордо он чувствует себя среди людей, как он для себя достигает гармонии между внутренним и внешним.